Указом президента министр сельского хозяйства и природных ресурсов Геннадий Евстратий освобожден от занимаемой должности. Чиновник подал прошение главе государства по собственному желанию. 4 декабря президент удовлетворил его. Согласно указу, временное исполнение обязанностей министра сельского хозяйства и природных ресурсов возложено на Кирсту Андрея Борисовича, заместителя главы Минсельхоза по развитию агропромышленного комплекса.